Ничего нет. Станчик приехал, уже было смеркание. На своем ходу потихоньку. Это так, мы проехали пару километров. Кувалдой шестерню ведущую подбили, проехали дальше. 15 километров в час мы ехали. Вот. Приехали туда, нас поставили на пост. Кто стоял возле Бэхи, они сейчас... Ну, сейчас один возле меня и двое. 6 человек было возле БМП, остальные мы ночевали. Остальные 300-е. Кто стоял в палатке? Кто в палатке, получили осколки. Колонна приехала за 15 минут. Руки, колени. Все. Куча мяса, куча все. Дело в том, что там, что пацан спал на кровати, это что видели. Пацан спал на кровати в спальнику, на кровати на такой, на одноместной. И, короче, его просто-напросто, вот это был как взрыв, короче, вот эта вся фигня. Просто ту кровать скрутила, как улитку просто, и все. Там на моих глазах, страшно просто. На моих глазах, когда вывозил, я раненый, на лад, бежал мужичок. Да бензовоз. Бензовоз, БК попадает. Тело влетело и все. И растворилось. Растворилось все. Что еще? Страшно. Таких, кстати, вывозили. Что вам еще раз? Вывозили тела в сарае, в коровнике. Там старые коровники. Вывозили туда, ложили на доски, потому что некуда. Просто вывозили оттуда, потому что боеприпасы взрывались, осколки летят. Под БМП едет, люди возле него, чтобы не попали осколки, выносили людей, вытягивали оттуда. А они говорят, блиндажи. Блиндажи. Они говорят, блиндажи. В блиндажах два окопа попало посредине, и два пацана, один тут, сгорели вообще. То есть блиндаж вот этого не помогает? Блиндаж вот это, что копается, это не помогает. Два окопа стоят посредине воронка. Это просто что, от осколка поможет, один, если прямое попадание. Один без головы, без горбуза, один без ног. Вот вам окоп. Ничего. А до этого передавали. Кто стоял на высотках, на постах, передавали, что команда в зеленке фары, спостерегай. Спостерегай ты и все. 4 часа приехала колонна, 4.15 колонны не стало. И людей тоже и разбили. Вообще, бригады нет. Колонна привезла боеприпасы. Они только остановились, ребята пошли, кто телефоны поставил на зарядку, кто пошел отдыхать. И 4.15 сразу бомбежка и разбомбили сразу. Вот такое. Что вам еще рассказать? Та самая ситуация и в Амброзевке тоже. В Амброзевке 8-й мы только приехали после одной бомбежки, приехали. На след... Приехали, это было якого? 14-го человека учится? Да, 15-го. И только приехали, и в эту же ночь опять бомбежка в Амброзевке тут. Потом на следующий день, опять следующую ночь опять бомбежка, опять же градом накрыли. И видели, стояли пацаны на посту, видели, что стреляли со стороны России. Говорят мне, командующие наши говорят, мне не может. Ребят, со одна просьба. России, вы можете передать тоже. Письмо, передать письмо заказное. Сейчас подписи готовится наш. Да уже поехало. Чисто поехало, да? Да, они куда не поехали. Не, так они уже... В отпуск, да, него подходим, чтобы в отпуск. Не, да, но нет. 40 это, не. Потому говорю, что мы дезертиры. Дезертиры, вы мы не дезертиры. Воевали. Говорит, мы не воевали. И нас туда не посылали. У нас людей мы тут не должны быть. Нема вообще. Техники нормальной воевать. Уже техника все поломана вся. Людей нема воевать. С кем а воевать? Против с этим воевать? Это против надо града. Быть. Надо на, быть просто на, сумасшедшим. Или против танка с вот этим, или против артиллерии с автоматом. Куда идти воевать? Живого врага мы не бачили. Жалко, жалко живого врага укола нема, нам не дали. Артиллерия работает. Дали нам укол? Дали нам укол. Успокоительно. Это против шока. Лапоть оторвали, то ты чувствуешь, что у тебя вторую лапоть оторвали. Понимаешь? Ну, что еще можно тебе? Всего, конечно, не расскажешь, потому что ничего нет. Тяжело рассказывать. На глаза увидели, тяжело. Машину сейчас захожу, ложусь, вот эту машину. Штора закрывается, я вижу все. Ну, глаза закрываешь. Сегодня ночью растяжка сработала, повыскакивали с палатки, босиком давай прятаться, потому что ждешь уже, ждешь непонятно чего и откуда ждешь. Прячемся, чтобы только чисто. Прячемся, аж. А нас посылают туда-обратно. А нас туда-назад отправляют. Едьте туда. Амбросиху, да? Да. Чтоб добыли, чтобы никакой информации да. не было. Уже говорят, 72-й бригады не существует, а мы что есть тут. Говорим, дайте нам отпуск, говорю, отдохнуть хотя бы. Морально хотя бы хотя отдохнуть морально надо. Отдохнуть. Нет, мы идите, вам отпуск не пошли дамы. В медбат, все, третий день нас таблетками кормят и все. Валерьянку даю, чтобы успокоить. Говорят, что мы косим. Как мы косим? А там, короче, такое увидение, да. Слова я не передаю. Тяжело. Если это, сейчас мы подойдем, и вы увидите лично, на свои глаза снимки.
Только жалко, что вы, я не знаю, мод переписчик. Нет, слушай, на телефон можно. Можно на телефон скинуть, там карточка. С фотоаппарата, там вот это вот. С фотоаппарата не сбросишь. Лично, лично есть это. На телефоне снимки все. Это надо сейчас найти. Чисто вот эти вот снимки. Как взрывалась БК, как с носилками ранили Путиагу. И как после того остатки. Они говорят, что 239 человек, там намного их больше. Но пацаны их загружались. Только 60-300 мы забрали. 60-300. А 200 4 КАМАЗ. Пиздец. И правда нигде нет. А еще неизвестно, сколько пропало без вести, потому что их не, вообще, они развалились. Это словами не объяснить просто. Просто странно. Да. Он, может, тебе тоже могут рассказать. Тоже может. Ну, бросимки. Вон бросимки вот этого. Два обстрела потом еще. Ну, восьмую роту. Прямое попадание в палатку. О, 200-х после этой сутки практически держали. Машины не накрытые. Их вчера, вчера когда 16 числа был, да? И 15-го. 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 А вчера только в Белую церковь привезли. А сегодня опознание. Одного в ящичку. Маленький ящик, цинк от патрона. Чисто, что с него осталось. И четверых. Один, что обгоревшая... можно было обознать, там полицию один еще, вообще без ног, а другие ногу, там это вообще. Без ног совсем. А те обгоревшие. Без ног выползал, блядь. Кровь вот это вот все шурует. А там хана страх. Что там... еще? А тех остальных осколками побил. Наши. Не живы, но осколками побил. Одного вообще перервало по броне. Прятались на второй день. После этого мы прятались чисто, технику оставляли, чтобы хотя бы здесь. Вот. В посадку спрятались, когда была бомбежка. Последний, утром пришли. Старались никому не говорить. Именно БК, они БК не трогают. Спрятали. Ну, боеприпасы БК. Вот. А лупят там, где живые. Там, где мы пацаны. Там, короче, такое чувство, что просто ну, сливают информацию и стреляют целенаправленно, по-любому. То есть какой-то дядя определенка чисто, всеми коротко этими делами, ясно, то есть, вот что-то где-то кому-то продал, эти приехали конкретно стрельнули, потому что два раза с одного места, никто туда даже не поехал, не соизволил дать какие-то команды, поехать, занять какую-то позицию, дождаться, и может приедут. Видно было, откуда конечно, это не было со стороны, не со стороны России, это со стороны украинской территории, это по-любому. Один град со стороны украинской. Это а заброски. Со стороны России, ну там первый был. Был со стороны России. Ну, кто написал, наши на посту стояли, то говорили, что... Да, мы стояли, мы у нас стреляли. Позиция Курган, ОС там в этом районе. Мы реально видели, откуда оно все валило. Вот этот вот залп, мы это все видели сразу. Еще было секунд 5, наверное, ну, закляк сразу, не знаю, что сказать. Кричу, град, все, ховаюсь. Мы прыгнули... После первого попадания никто не поехал, вообще никаких команд, ничего. Не с России, там 5 километров, даже нема 5 километров от нас. Там недалеко оно стреляло, пацаны. Просто после такого обстрела должна наша вертушка хотя бы... Конечно, подкрепление было только тогда, когда... вообще не прилетало. Подкрепление уже появилось только и то, истребитель какой-то сказали, что это наш. Но наш он не наш, мы не знаем. Он летал, что-то гудел там, короче, и, ну, бомбежка и шла, как и шла, целый день шла бомбежка. То град, то минометы стреляли потом 15-го часа. Каратин тупо колонну взрывы полностью, 40 машин еще. Это 24-го. На слив информации просто идет конкретный. Конкретность ли информации? 11 числа пацаны наши от града пострадали тоже 24-го, когда разбомбили. По телевизору сказали, что 19 человек погибло. Там погибло более чем полсотни. И они приехали на четкую позицию, только стали, и град валил именно туда, где они стали. Ни влево, ни вправо, а четко, где стояли эти люди. Соответственно, мужланы делают бабки себе, миллиарды воротят. А тут погибай за черт знает что, тем более за что. За этих людей, которые тебя не поддерживают. За Донецкую эту землю. Да нам не надо донецкая земля. Они у нас сидят сейчас на центральной. Тут даже партизанщине уйти страшно, потому что эти местные люди поддерживают эту Россию и еще куда уйти. Да они же тебя завалят. Тут едем колонной, люди улыбаются, а взади показывают пули и все остальное. В чем? Кому тут едут? Просим отпуск, а отпуска не дают.
Хоча б должна реабілітація. По закону є. Реабілітація, звісно, що? От ми вчора стояли... Блін, не проходить, ні, це рідко проходить. Вчора стояли возле штаба, сработала обична, ну, как бы... Сигналка. Все сразу выпали на такую измену, что вообще... Куда? А ночью сегодня сигналка сработала. 11:30. Ну, все, я ничего. Мы по посадке пособирали, босиком, по высадке. Реально страшно. Так выскочили так, выходит, что у нас палатка. А командир бригады, получается, выходит и говорит, я вас здесь не держу, можете ехать. Мы так и не поняли, как мы... Все, я вас здесь не держу, я уже не командир бригады, потому что я пошутил. Мы втроем выскочили оттуда, короче. Как это вообще называется? Ты либо рули, либо уже не рули. Мы выскочили, знаю, как мы выскочили. И приказы, поменяйте место дислокации на 200 метров. На 200 метров, посадку. Да, отойдите в другую посадку и ждите. В чисто, где нема ближе ничего, блин. Но сидите в этой посадке и ждите, чего ждите. Зениткою, двустволкою сбить истребителя, если нею не можно сбить беспилотника. Сидіть, заривайтеся, їжіть, їжіть, поки вас їх випалять нахрен. Є фотографії, де попав... Просто говорять, що приходять. У мене є фотки, де випалило повністю всю палатку. І вони говорять, що прийде підкріплення. Яке підкріплення? Нам не треба, ну, людей там, понятно, треба. Але зачем просто присилати сюди м'ясо? Якщо треба тут техніка, боєприпасів вистачає, треба техніка якусь вооружатися чим-то, а не присилати просто м'ясо. Одні гулять на других, ну, це... Авіацію треба сюди і артилерію. Ми вас туди не посилали, так як МД говорить. А я вас туди не посилав. Вас там не повинно бути. Ви не повинні супроводження їхати. И, она, короче, прошла такая информация, что сюда отправляют какую-то комиссию. Как вчера срочников, которые здесь были. Срочникам быстро дали бумажку, сказали, уезжайте, ребята, отсюда. Только своим ходом. Пацаны уехали, не знаю, добрались. А теперь дезертиры. Нет, у них есть бумажка официальная. Нет, мы считаемся, типа, У срочников есть официальная бумажка. Потому что не сгорели, так мы дезертиры. Так бы сгорели. На третий день бы точно выпалили все. Говорит, выехать. Хотя приказ был до 6, до 8 вечера. Говорит, все выехать. А как можно выехать, если толпа в военной форме едет в этот? Сейчас. Любой пост вот примет нас за кого? Вторая. Или свои, или чужие, например. Вот и все. Есть? Риша, есть третья. Там на телефон не мало. Это чтобы Риша уехала. Четверта Пеплса. Може бути епіцентр просто. А їх треба засвітити. Тому що правда не вийде. Нас уничтожили. Три пацана живим згоріли, блін. Двоє половинками залишилися. В Рішу приведи. У нього там снімки, два снімки. Пошли. Зараз ми, коротше, прийдемо. Давай, Рішу. Зараз, ребята, покажемо снімки. Що, в Лоуброзі?